Потому что ведь я, насколько понимаю, у нас два скороносца. Ну, если не считать ушедшего Бондарчука, это вы и Михалков, да, собственно. Поэтому Никита Сергеевич-то снимает достаточно много. А вы почему-то... Вам больше нравится играть, чем снимать? Нет, конечно, мне больше нравится снимать. Да? У меня было бы чаще... Во-первых, я долго очень выбираю, но и вот мне... У меня бывают какие-то... Когда я работаю, останавливаюсь сам над сценарием. А вот этот был бы уже фильм давно, был бы и шел бы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».